Сегодня я покажу вам очень неловкие случаи с людьми, которые повезло снять на камеру. Мужчина думает, что владеет ситуацией, ведь хищники за стеклом и не проникнут в машину. Но не тут-то было. Недовольные аборигены оказались немного умнее. Неудобно получилось. Такой полет не каждый день случается. Хочется запечатлеть каждую секунду, чтобы вспоминать такое событие. Зато не забудется. Заплатив большие деньги, чтобы полюбоваться красотами, лучше убедиться, что здоровье вашего пилота в порядке, а то получится неудобно. Брат, держи меня. Я тебя держу, не бойся. Уже не держу. Какая красивая девушка. Какой бикини. Какая фигура. Какие волосы. Так снимаю пейзаж красивый. Точно, жена. Когда бушуют стихии, а только самые смелые идут против нее. Вот он первый, который рвется спасать не справившегося. Вот и второй бежит на помощь. Но море не терпит конкуренции. Талисман игры – это главный на поле и трибунах, и лучше не мешать ему быть в центре всего. А иначе вы получите нежелательное внимание и лишние килокалории. Он бьет мяч клюшкой в 10 сантиметрах от лунки. Но и это обстоятельство не помогает запачканной карме. Держись, чувак, походу жизнь у тебя не сахар. Лучше не втыкать в океанариуме, а то будет очень больно, ведь обитатели морей не любят посторонних. Кататься на байдарках не так уж безопасно. Можно найти проход, вот только куда – это вопрос. Шпагат, конечно, хорошо. Лучше обычный, а то все эти эксперименты плохо заканчиваются. Мы тут в салоны ходим, укладки придумываем, волосы выравниваем, а там переносная парикмахерская под любое настроение. И снова пиньята. В этот раз ребята умнее и о себе переживают. Ну а компьютер умный, что уж тут, сам о себе побеспокоится. Летит лодка, мчится лодка, сейчас у берега пришвартуется. А нет, дальше летим. Женщины – существа загадочные. Надо, воздух вымоют. Атмосферу, так сказать, почистят. Ты чего тут сидишь, на моей территории отдыхаешь? Выгоню, выгоню, заклюю и прогоню. Хочет, значит, молодой человек птичек покормить. А они не такие, подачек не принимают. С чужих ртов не кушают, в них только испражняются. Коты – зари любого положения. Где хочу, там хожу, всегда человечишка поможет. Ехали мы, ехали и до первой фотосессии доехали, а дальше уже никто никуда не ехал.